Нам нужно уйти от мафии. 7 километров и против нас вертушка. Вот это будет эпично смотреться. Подальше от прошлых коров. Давай подрифтанем. Нам нужно брать нитро. И в отрыв уже уходить. Так, налево резко. Неплохо получилось. И сразу прибавили нитро подальше от прожектора. Как же наши тачки досталось? Ребят, нас обогнали. Все окейшки проигнали. Ух ты, мы заезжаем на склад. Тут мы довольно в безопасности. Осталось ровно 5 километров. А наши тачки просто... Ну ладно, будут резкие повороты. Окейшки, вижу. Как все эпично происходит. Давай-ка направо. Даже не знаю, куда ехать. Но только вперед нужно ехать. И подальше от бочек этих. Слева-справа. Осталось 3 километра. И вижу, поворотик будет налево. Я, конечно, готов. И пристанем. Ух, и прям на склад. Очуметь. Ребята, прям позади меня. Резкий поворот. Нужно как-то отрываться от них. И вижу трамплишку. Прям под крышей. Очуметь. Вот это красотень. Так, хорошо, у нас время дрифта. И наберем, наверное, все-таки еще турбо. Подальше от прожектора. Довольно неплохо. Тачки прямо позади нас. Очуметь. Налево и направо сразу. Как все банально и просто. Ух ты, жесть, сколько бочек-то здесь. Все-таки наехали. И падают мосты. Хорошо, что заранее упали. Остался 1 километр. И прибавим скорости подальше прожектором. Вот это просто жесть. Что происходит, друзья? 600 метров встал. Ну-ка, прибавим скорости. И прямо трамплишку. Тихо, Тараска. Это друг. Это Porsche, друзья, тачка реально мега крутая. По этой трассе, кажется, мы уже ездили, только едем в обратную сторону. На рассвете уже отправляемся к Нью-Йорку. Осталось 8 километров и 6 позиций. Ну так, гремнемся по-быстрому. Тачка реально крутая, чувствует дорогу и просто набирает скорость очень быстро. Ух ты, да, это чувствуется. Так, можно даже, так прилетит. Ух, ребята, хо-хо, вот это скорости. И даже помню места, где можно срезать. Сейчас найдем их. Так, вижу с правой стороны. Уходим в правую сторону и срезаем. Потом через амбар и уже выезжаем на трассу. Да, вижу по карте. А вот, ребята,
Как же быстро сделали. Осталось 4 позиции. Какие красивые самолеты. Даже засмотрелся. Осталось 5 километров, и у нас и 4 позиции. Ребята маленького отрыва уходят. Помню, яблони, и можно срезать, хотя не стоит. Хочу проверить уже этот Porsche на дороге, как он себя чувствует. Управление довольно приятно, и реально чувствую дорогу. Не то, что аудио было. Ух, вот это пролет. Такой резкий поворот. Сейчас маленько дрифтанем. Неплохой дрифт получился. И вот так еще, прям между машинами. Вот так по-грязному. Вот это было круто, друзья. И осталось 2 позиции. Можно просто реально ускорить. 2 позиции прямо перед нами. Сейчас будем быстренько делать. Ух ты жесть. Слушайте, реально Porsche мне чертовски нравится. Ну это крутая тачка. Чистый обгончик, и уже, в принципе, лидируем. Осталось 2 километра, и мы уже практически у финиша будем. Ребята прям позади. Ох, на встречке прям. Это было опасно. Метров, и уже финиш, друзья.